4 года назад в этом месте на пересечении 7-го Полевого переулка и улицы Полевая была деревянная лестница. Но из-за аварийного состояния ее демонтировали. Люди, которые живут здесь, попросили взамен установить металлическую лестницу. Нам обещали до ноября 2018 года, мы получали письма. В этом году нам ответили, что ремонт и замена этой лестницы является экономически нецелесообразной, что якобы отсутствует финансирование. И нам регулярно сослались на наличие этой металлической лестницы. Но она расположена не в том направлении, в котором регулярно пользуются. Еще одна лестница в этом районе действительно есть. Правда, ведет она к частным домам. И люди ей редко пользуются. Другая лестница небезопасна. Во-первых, тем, что в зимний период там будет наледь и гололед. Дальше спуск, который идет в другую. Во-первых, выходит она в другом направлении. Она выходит на Полевой переулок. Второй Полевой переулок. И не соединяет данные улицы. Проходит между сараями и чужими строениями, под окнами жилых домов. Вообще частный сектор здесь. Поэтому, как говорится, район здесь небезопасный. На месте, где когда-то была деревянная лестница, сейчас тропинка с крутым спуском. Местные жители собрали порядка 100 подписей, чтобы здесь установили лестницу. Я лично собирала подписи у прилежащих домов, которые пользуются непосредственно этой лестницей, входя в колонку, когда отключают воду, что бывает в нашем городе достаточно часто. То есть все прилежащие дома подписали, собирала у студентов, которые ходят здесь. То есть все были за восстановление данной лестницы. Лестницы пользуются школьники, студенты, пожилые люди, социальные работники. Когда в этом районе отключают воду, люди приходят сюда воспользоваться колонкой. Сделать обязательно, конечно, потому что люди некоторые все равно, вот воды в прошлый год, что ли, не было, пришлось спускаться по этой лестнице за водой. Поэтому лестница, так скажем так, она очень нужна и для жителей, которые находятся непосредственно здесь. Я не знаю, как у них там дома вода есть, но лестница нужна обязательно. Зимой по этой крутой тропе сложно будет пройти. Установка новой лестницы здесь решила бы многие проблемы. Олеся Котровская, Григорий Глотов, телекомпания «Город».